Всем привет! Сегодня 29 апреля 2017 года. Выбрался на природу, хочу пострелять из Эдгана. Давно не записывал видео стрельбы. В комментариях писали, спрашивали, когда будут такие видео. И вот записываю по вашим, так сказать, просьбам. Сегодня хочу такую спортивную стрельбу. Просто давно не выезжал, кстати, всю зиму не выбирался с Эдганом. Последний раз где-то осенью. Так что вот это у меня первый выезд пробный. Попробуем пострелять на 50 метров, 80 и 100. Что из этого получится, посмотрим. Вот. Кстати, вот у меня стол новый, который заказывал именно для стрельбы. Классный стол, не шатается, тяжелый очень. Но единственный вот минус, сразу скажу про него, покрытие у него было очень, я не знаю, такая краска липкая, все прилипало. Пришлось заново покрасить, и он теперь такой вот гладкий, блестящий, классно. Вот, касаемо стола. Так, к столу претензий нет, очень качественно сделан. Стол классный, для стрельбы само оно. Ну, единственное, тяжелый, и транспортировать он, в принципе, в багажник вот входит, в машину хорошо и удобно перевозить его. Стрелять буду не барабанчик, да, у меня здесь стоит сейчас лоток для однозарядной стрельбы, попробуем его. Как с ним вообще, сейчас покажу. Вот такой вот лоточек стоит. Сейчас посмотрим, сколько у нас градусов. Испытаем анемометр. 12,9 градусов. Ветра практически нету. Вот показывает у нас по нулям все. Тепло. Ну вот и такой легкий ветерок. Вот сейчас подул, да, 1,5 метра в секунду. Плохо, что не показывает направление ветра. Ну, это, в принципе, нормальный ветер, такой не сильный. Расстояние уже замерил до мишеньки 50, 80 и 100. Взял дальномер. Сейчас еще раз померяю. Да, 49-50 показывает. Угол 2 градуса. В это видео вставлю, записывал еще тоже уже давно, разборку коробки взвода, как я здесь смазывал, все разбирал. Если найду его, то вставлю в это видео, посмотрите, может, кому будет полезна информация. Пульки 2,2 грамма. Не сортировал, вот как есть они в коробке, так и буду сейчас их использовать. Так, ну что, попробуем. Немножко, правда, неудобно, когда однозарядный лоток. Так, первый выстрел сейчас у нас будет пробный. В общем-то, пострелял на 50 метров, вот пристреливался, да. Прицел надо сейчас обнулять. Ключики, к сожалению, не взял, потому что сейчас разметка, она у меня вообще неправильная. То есть полежал Эдган, все заново надо пристреливать и обнулять барабаны. Сейчас повешу еще новую мишеньку, попробуем 5 выстрелов на 50 метров. Опять же, на дальней дистанции, наверное, сегодня не получится. Надо сюда мне баллон привезти, чтобы сразу заправлять, тогда можно будет больше тренироваться и больше выстрелов делать. Сегодня вот так.
Итак, это у нас 50 метров. Выстрелов не считал сколько, но по видео можно посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 выстрелов где-то. Это уходит правее, значит, надо мне маленько подкрутить влево. В принципе, центр, даже не знаю, надо подкручивать еще. Сейчас попробую подкрутить. И я думаю, надо почистить ствол, все-таки винтовочка лежала зиму. И посмотреть, какой будет после результат. Природа просыпается после зимы. Птички поют. Немножко подсохло, тут вообще все водой было залито. Дорога, правда, на грязь стоит. Вот последние выстрелы сюда сейчас шли. Это я тоже пристреливал. И плюс еще мишеньку закрепил в трех точках. Да, вот смотрите, она у меня сначала здесь была, проволока здесь, и она раскачивалась. Поэтому тоже, может быть, на точность влияло. Сейчас закрепил, она четко сидит, не раскачивается. И уже выстрелы более-менее идут точно. Ладно, сейчас поставлю контрольную мишеньку. 5 выстрелов. Как раз у меня заправки еще хватит, поставлю камеру
и посмотрим 5 выстрелов, что у нас покажет. Ну вот, уже более-менее другой табак. Тридцаточка, 3 сантиметра кучка, ну, более-менее 50 метров. Мишенька не шатается, да, вот, в общем-то, хорошо пошли. В резервуаре у нас показывает 120. Сколько выстрелов не считал. Ну, много сегодня выстрелов сделал, больше, да, около 35, наверное. Пока пристреливал, пока потренировался. Ну, в общем-то, на сегодня все. 50 метров только взял. Выезд такой тренировочный получился. На 80, на 100 тогда в следующий раз попробую. Хочу вообще потом почистить ствол, попробовать еще гризлики пострелять на 50 хотя бы метров. Может быть, на 80, как получится. Вот, и взять сюда баллон, чтобы здесь уже заправлять, чтобы не дергаться, потому что что тут одна заправка на 35 выстрелов, это мало. Пускай здесь баллончик будет лежать под рукой, всегда заправил, пострелял, записал видео. В общем-то, пишите в комментариях, первый выезд. Ну вот, конечный результат более-менее меня удовлетворил. Всем пока, всем удачи, метких выстрелов. Часто спрашивают, чем смазывать коробку взвода, да? Вот у меня настрел чуть больше банки, решил провести ревизию, заменить заводскую смазку на другую. Вот. Использовал я вот такой ликвимоли шрус. Искал другую смазку, но у меня в городе ее нету, к сожалению. Вот эта смазка тоже неплохая, вот так вот она выглядит. А я искал Mobil Grace 222. Вот. Ну, купил вот такую. В общем-то, вот эту смазку я использую для на бабушку взвода. И вот эти все механизмы, которые вот трущиеся механизмы. Да? Вот сейчас я смазал. Взвод стал намного приятнее. Также использую графитку на винты. Вот винты, да, смотрите, вот эти вот. Это все графиткой промазал. И использую силиконовую смазку для резиновых уплотнений. Вот такие вот ключики, да. Это на 2,5 и на 2. Которые использую для снятия коробки взвода. Пока коробка снята, у нас есть доступ к казеннику и стволу. То есть можно почистить ствол. Чищу я при помощи вот такой вот лески, да, триммер. И вот ручки такой самодельной. Использую ватные диски и вот такой вот баллистол. Вот.
Вот так выглядит, когда снята коробка взвода.